По итогам Всероссийской туристской премии «Маршрут года», финальные мероприятия которого проходили 1 и 2 ноября в Казани, Ульяновская область завоевала рекордное количество призов. Честно говоря, отправляясь на этот конкурс в этот раз, мы, конечно, думали, что выступим неплохо, но такого оглушительного успеха мы не ожидали. Это очень приятно, значит, работали мы не зря. Значит, формат, который мы выбрали, верный, потому что это конкурс не среди музеев, это конкурс среди туроператоров. К участию в финале премии были допущены 205 проектов из 56 регионов. Ульяновская область получила 3 гран-при за маршруты «Изнанка», «Детектив» в Симбирском квартале и «Честное купеческое». Первое место за Ульяновск-Красный маршрут, музей-заповедник «Родина Ленина». Второе место с маршрутом «Симбирская россыпь талантов» туроператора «Альянс Турс» и специальный приз «Бесплатное участие в туристической выставке «Интурмаркет-2018» с бесплатным проездом и проживанием в Москве Цельнинскому сахарному заводу за маршрут «Сладкое путешествие». Практически все они были презентованы участникам встречи. У нас сложилась такая классная команда, когда мы не заставляем коллег что-то делать, а совместно понимаем, что нам нужно добиться этого успеха. И, соответственно, каждый в рамках своей компетенции сделал все возможное для того, чтобы мы получили, в общем-то, такой урожай призов. В следующем году финал конкурса пройдет в Ульяновске. Соглашение о проведении мероприятия подписали организаторы маршрута года и агентство по туризму Ульяновской области. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.